Мы находимся на территории парк-отеля «Лесной». Здесь происходит строительство 12 домов по проекту «Мане». Технология «Префаб» от компании «Технониколь», которая позволяет нам в кратчайшие сроки возвести дома, выдержать любой жесткий график строительства. Важнейшим условием от нашего заказчика были сроки. Наша задача заключается в том, чтобы реализовать 12 домов под ключ с учетом инженерных сетей внутренней и внешней отделки в срок до 25 декабря. А начали мы работы на этой площадке по возведению префабов 17 октября. Благодаря технологии префаб за неполные 3 недели мы уже успели собрать 11 домокомплектов на разной стадии готовности и сейчас приступаем к монтажу 12 дома. Сейчас развивается внутренний туризм. Есть много запросов на строительство загородных домов для какого-то загородного отдыха, для размещения на выходные дни. Данная технология каркасно-панельного домостроения позволяет нам построить в кратчайшие сроки дома в больших количествах. На строительство и возведение данных домов погодные условия не влияют. При возведении домокомплекта работает одна бригада, состоящая из 4 человек. Всего на площадке работают 2 бригады монтажников домокомплектов. Этого достаточно для того, чтобы нам вписаться в указанные и согласованные с заказчиком сроки. В течение первого дня мы собираем обвязку плюс цокольные перекрытия и стеновые панели. На следующий день мы возводим фронтонную часть, коньковые прогоны и часть кровли. В течение третьего дня мы успеваем полностью перекрыть кровельные панели для того, чтобы закрыть теплый контур данного проекта. Наша компания имеет большой опыт в строительстве каркасных домов, и если сравнивать 2 технологии, то префаб имеет преимущество в скорости монтажа, точности геометрических форм и в скорости и удобстве работ для специалистов, которые занимаются финишными отделочными работами. Поскольку панели приходят с производства уже подготовленные под определенный вид отделки, в данном случае это имитация бруса, мы уже на панелях имеем набитую обрешетку, которая сделана в уровень. Скорость работы по финишной отделке просто феноменальная. Сборка домокомплектов – это повторяемый процесс, поэтому независимо от того, какой подрядчик производит сборку домокомплекта, на качестве это никак не сказывается. Данная технология наиболее эффективна при возведении большого количества домов в сжатые сроки.